Всем привет! Сегодня готовим быстрые пирожки с картошкой и с грибами. Рецепт этого теста я искала очень долго, но оно того стоило. Тесто очень легкое в приготовлении, не занимает много времени, а пирожки порадуют всю вашу семью. В нашей семье, например, они прижились под названием лапти, потому что, попадая на сковородку, они увеличиваются в размерах. Для начала приготовим опару. В отдельной емкости соединяем свежие дрожжи, сахар и немного теплой воды. Хорошенько перемешиваем все венчиком, чтобы дрожжи разошлись и не было комочков. Затем просеиваем около 2 столовых ложек муки. Снова все перемешиваем и отставляем в сторону минут на 15, чтобы дрожжи начали работать. К остальной просеянной муке добавляем щепотку соли, оставшуюся теплую воду и растительное масло. Перемешиваем. Сюда же отправляем нашу опару. Все перемешиваем тщательно с помощью лопатки, а затем руками. Долго вымешивать тесто не нужно. Формируем колобочек и оставляем в миске под полотенцем растаиваться минут 20. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Выкладываем на нее тесто. Обваливаем в муке. Тесто разделяем на одинаковые кусочки и катаем колобочки размером с небольшое яблоко. Затем из теста делаем лепешку. Тесто очень податливое и приятное в работе. Ложим начинку, у меня картошка и грибы. Защипываем края, как вареники. И переворачиваем пирожок швом вниз. Теперь с помощью скалки необходимо каждый пирожок сделать более тонким. Опускаем пирожки на разогретую сковородку с маслом и жарим на большом огне до золотистого цвета с двух сторон. Снимаем с огня, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. И можно пить чай. Пирожки получаются нежные, хрустящие, а тесто подходит для любой начинки. Не бойтесь экспериментировать, готовьте с удовольствием и берегите себя. Пока-пока!